Надеюсь, вам сегодня все понравится, и борьба будет у нас честной. Ну что, дамы и господа, представляю вам участников турнира. Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка чемпионов Содружества Дмитрий Сенников и организатор турнира, тренер команды «Локомотив Глубокого» Перцев Александр. Всем добрый день, я первый раз в «Петушках». Мне очень приятно присутствовать на таком турнире. Очень приятно удивлен, что здесь любят футбол, проводят такой турнир. Я желаю в таком же духе продолжать, чтобы число команд увеличивалось, чтобы турнир рос и всегда поддерживался спонсорами, городскими властями. В общем, ребятам хочу пожелать сегодня хорошей игры. Получайте удовольствие и, не знаю, самое главное, уважайте друг друга на поле. Так что всем сегодня хорошего дня и ждем красивого футбола. Один в середине с нападающим, другой. Да, все, не забывай. Ауты начинаете по-спокойному сначала разыгрывать. Ауты на своей половине. Мы еще раз берем.
Дорогие друзья,